Вот с этой точки я еще немножко дальше по этому мосту прошел. Я стоял вот там. Вот на той площадке. Предыдущее видео снимал с нее. Вот эта эстакада, которая идет сверху. Это довольно часто распространенное явление в Японии. И, например, в некоторых городах, например, в Осаке, да и в Токио тоже, такие эстакады используются как высокоскоростные шоссе внутри города. Платные шоссе внутри города. И сейчас вот это здание большое, высотное, это у нас башня Tokyo Sky 3. Сейчас она затянута облаками, потому что сегодня в Токио достаточно пасмурно, но очень душно. Влажность, наверное, приближается к 100%. Tokyo Sky 3. Вот эта высокая высотная башня со смотровыми площадками на двух уровнях. Подъем на самую верхнюю площадку в непогоду запрещен. Значит, как попасть туда? Обычно там стоит очередь. Если я сегодня успею туда подойти к вечеру, значит, успею снять эту очередь. Если нет, значит, нет. Может быть, даже сам поднимусь. Но очередь обычно большая, и люди выстаивают по 2-2,5 часа, чтобы попасть в Tokyo Sky 3. Можно обойти эту очередь. Это очередь за билетами. Можно ее обойти и получить билет быстрее. Для этого нужно купить, зарегистрироваться в интернете на сайте Tokyo Sky 3 и получить этот билет в отдельно стоящем окошке, как зарезервированный ранее билет через интернет. Это намного быстрее. Обычно туда, в это окошко, 1-2 человека очередь, не более.